Итак, дорогие друзья, встречайте участников сегодняшнего фестиваля «Крымские тулумбасы». Ансамбль казачьей песни «Русь». Садыкова Линара. Вокальная группа «Лира». Николай Симаш. Образцовый театр эстрадной песни «Сюрприз». Нина Бесикинова. Вокальная группа народного ансамбля «Белогорье». Николай Косован. Народная фольклорная группа «Жемчужина». Елена Терещенко. Роман Шимширт. Дуэт коллектива «Славяночка». Ансамбль казачьей песни «Вольница». Надежда Пасынкова. Ансамбль «Родные напевы». Гриценко Александр. Вокальный ансамбль «Казачий дом». Дмитрий Менляметов. Вокальный ансамбль «Катерина». Галина Галас. Народный любительский театр фольклорной песни «Лепота». Казацкий ансамбль «Чумацкий шлях». Народный любительский театр песни «Лепота», малый состав. Ансамбль казачьей песни «Душа казака». Анастасия Сушко. Ансамбль «Карусель». Народный хор казачьей песни «Светец». Аплодисменты нашим участникам сегодняшнего фестиваля, друзья! А пуля или штык, но казах на печке палится не свык, а с нами ветер. Приветствуем участников фестиваля, друзья, аплодисментами! Аплодисменты нашим участникам! Приветствуем гостей фестиваля! Бурными аплодисментами приветствуем наших участников фестиваля. Он брат для казака, эх, как горю, как крепнут сотни полки. Слава Богу, братцы, что мы казаки. А с нами ветер спляшет, поле апокалипса всегда в бою. Он брат для казака, как горю, как крепнут сотни полки. Слава Богу, братцы, что мы казаки. Не устаем аплодировать нашим участникам, дорогие наши зрители. Хлопаем, встречаем наших дорогих участников самодеятельности. Ветер спляшет, поле апокалипса всегда в бою. Он брат для казака, как горилка крепнут сотни полки. Слава Богу, братцы, что вы казаки. Слава Богу, братцы, что вы казаки. Что мы казаки? Я думаю, будет очень даже символично, если тулумбасы откроют наш фестиваль.
Аплодисменты запорожским казакам! Добрый день, дорогие зрители! Здравствуйте, казаки и казачки! По старой доброй традиции мы приветствуем вас так, как казаки приветствуют друг друга. Здорово, Дневали! Мы открываем наш фестиваль «Крымские тулумбасы». И слово для открытия предоставляется почетным гостям. Мартынову Владимиру Викторовичу, Волгоградская область, председатель районной думы. Цекову Сергею Павловичу, председателю комиссии Верховного Совета Крыма по культуре, председатель Русской общины Крыма. Аксенов Сергей Валерьевич, председатель партии «Русское единство», депутат Верховного Совета Крыма. Аплодисменты, друзья! Представитель Руссотрудничества на Украине, город Симферополь, координатор по образованию и русскому языку Лантух Наталья Андреевна и генеральный консул Российской Федерации в городе Симферополь Светличный Вячеслав Леонидович. Дорогие братья и сестры, казаки и казачки, хочется от имени церкви всех поздравить с открывшимся вот впервые здесь, в Звездном берегу, фестиваль казацкой песни. И пожелать казакам, казачкам, а мы знаем, что это единство было Святой Православной Церкви. Все казаки были православные. И мне хотелось тоже пожелать, чтобы мы укреплялись в единстве, были мужественны, сильны и хранили святую веру православную. Благословения Господня на всех вас и желаю вас блага, торжественно и во спасение душ и тел провести этот чудный праздник. Здравствуйте, уважаемые господа казаки и казачки, дорогие соотечественники. Разрешите мне от имени Генерального консульства Российской Федерации в Автономной Республике Крым приветствовать вас и поздравить с началом этого замечательного праздника, фестиваля казачьей культуры. В Российской Федерации сегодня большой интерес к движению казаков. Вы знаете ту роль, которую казаки сыграли в истории и обороне нашего Отечества. Казаки всегда были на защите интересов нашей страны, всегда защищали нашу православную веру, всегда были надежным оплотом перед многочисленными недругами Российской империи, России. Казаки жили на пределах нашего Отечества, они могли принять, впитать в себя культуру, элементы быта, одежды тех народов, с которыми они жили рядом. Но они всегда оставались верными своим основным ценностям, нашей православной вере и верности Отечеству. Еще раз вас с праздником, хороших песен, хорошего отдыха, веселья, улыбок. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемый Александр Алексеевич, примите самые искренние поздравления и приветствия от председателя Верховного Совета Крыма Константинова Владимира Андреевича. Проведение фестиваля казачьей культуры – это событие в жизни Крыма. Мы вам за это благодарны. Этим фестивалем вы подчеркиваете, что мы не разделены, несмотря на то, что произошло в 91 году. Мы по-прежнему живем в едином Отечестве.
У нас общая культура, общие песни, у нас танцы, которые радуют всех проживающих и в Крыму, и на Украине, и в России, и в других республиках бывшего Советского Союза, а ныне государствах. С праздником вас, дорогие друзья! Вы делаете большое и нужное дело. Спасибо! Дорогие друзья, добрый день. Разрешите поприветствовать участника фестиваля от себя лично и от Русского Единства. Фестиваль «Крымские тулумбасы» благодаря организаторам фестиваля вышел давно за границы Крыма. И меня радует сегодня, что сегодня много гостей, которые приехали из Украины, приехали из Российской Федерации. Мы благодарим сегодня представителей и организаторов фестиваля за то, что они дают возможность поучаствовать в таком прекрасном мероприятии славянской культуры, казачьей культуры, которые действительно способствуют сегодня нашему объединению в наших гуманитарных целях и традициях. Поэтому хочу вас поздравить от души, поблагодарить еще раз российское консульство, которое оказывает неизменно и поддерживает данные мероприятия на территории Автономной Республики Крым. И пожелать всем, то есть, хорошего настроения. Поздравляю, спасибо. Дорогие друзья, от имени представительства Россотрудничества на Украине, город Симферополь, хочу пожелать замечательному казачьему празднику веселья, задорных песен, прекрасного настроения и потом долгих и теплых воспоминаний об этом празднике. Мы помним все, что казачество создавало великую страну, всегда шло впереди на неосвоенные земли трудами и боевыми подвигами, построила великую, прекрасную страну и всегда защищала эту страну. И сегодня казачество на рубежах русского мира несет вперед знамя свободы и прекрасной вольной культуры. Дорогие братья, казаки и казачки, я думаю, что праздник, который проходит в этом замечательном, удивительном уголке, да, я представляю Волгоградскую область, Котельниковский район. Мы приехали, привезли с собой два художественных ансамбля. Вот, вы их увидите, у вас будет такая возможность. Приятно то, что доброжелательность и та атмосфера, которая царит сегодня вот на этом празднике, это, конечно, здорово и сильно. Просто когда-то мы говорили, есть роль личности в истории. Наш земляк Саша Александр Алексеевич Палочкин. Я думаю, что все-таки зависит от того, что он сегодня делает. Правильно говорю? Правильно. Вот. Поэтому поприветствуем его. Поприветствуем, сильно поприветствуем. Он уважает того, чтобы быть вот так отмеченным сегодня. Это и хлопоты. Это все-таки единение. Много значит, вы понимаете все. Нам этого сегодня не хватает. Поэтому мы хотим от нашего района, от Волгоградской области, вот, вручить при... А что, нельзя? Спасибо, дорогие друзья. Я вас всех люблю. Раз. Всех организация, Крымская организация «Слава и воля», атаманом которой я являюсь, благодарит Генеральное консульство Российской Федерации, а также все коллективы, принимающие участие в нашем фестивале, кадетский Крымский, кадетский казачий корпус, казачий отряд «Сокол» с Каховки и все делегатов нашего форума казачьего. Поздравляем с праздником, всем желаем хорошо выступить, хорошего настроения нашему фестивалю. Люба! Итак, встречайте бурными аплодисментами ансамбль «Благо есть». Да, эх, веселитесь, а донцы, эх, храбрые казаки, ай, честь и слава ею своей. Е-е-е, ай, да, вот и покажи, ой, покажите всем, да, друзьям, и да, я пример. Примеры, да как из рук.
знаем один только приказ. Раз, два, три. Ой, да только слушаем один только приказ. Е-е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 
Встречайте следующих наших гостей. Геленджикский центр «Баска». Сегодня мы покажем небольшую казачью разминку. Это и не артистический номер, и в то же время пока еще не боевое искусство. Это разминка казачья. Ну и как каждая разминка начинается всегда со слова. Это может быть молитва, вслух про себя. Может быть коллективная, может быть каждый сам произносит свое слово. Мы подарим вам балладу, казачью балладу. Среди родных степных полей и кубанских ковлей, где Кубань и Дон текут, казаки там живут. Гордый и заслужил себе почет, храбрость, мужество, отвагу на своих плечах несет. Честью с детства дорожа, любят колледжи ребят, из лозы корзины бьют. Звонкие поют, память предков охраняют, веру в Бога почитают и обычаи свои сохраняют на Руси. Всех обычаев не счесть, казаку превыше честь. Шашка — гордость казака, не прожить им без коня, без ухи и без добычи. Уж такой у них обычай, и готов любой казак за Россию постоять. Нет на свете пляса краше, если вдруг казак запляшет, если хором запоет, удивит любой народ. Есаул, односельчане, атаман и хуторяне, все равны перед законом и разумным Божьим словом. Православный, удалой, наш казак всегда герой. А казачка, вот краса, стройный стан и плюс коса. Сколько сказок и присказок вам любой казак расскажет. Независимый, свободный, род казачий очень гордый. И недаром на Руси всем известны казаки. Сияние ярко-белого дня. Ура! Ура! Ура!
И встречаем ансамбль «Юность». Thank you.
Ансамбль «Юность». Итак, мы начинаем нашу конкурсную программу. Ну, раз уж это конкурс, значит, непременно должно быть и жюри. Перед конкурсом позвольте слово молвить. К нам приехали почетные гости со Ставропольского края. Поприветствуем их. Выходите, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Мы представляем Ставропольский край. Мы сегодня впервые на вашем празднике. Мы рады вашему приглашению, и мы с радостью откликнулись на это приглашение. Мы привезли с собой коллектив «Славяночка». Он у вас будет выступать. И я думаю, вы, как и мы, будем рады видеть друг друга. Я приветствую всех участников. Спасибо еще раз организаторам. Хотел инкогнито, не получается. Я Лимонов Павел Андреевич. У нас есть такой на Ставрополе Нефтекумский район. Я являюсь главой Нефтекумского муниципального района. А «Славяночка», которая с нами находится здесь, она будет представлять поселок Задеречный, муниципальное образование поселка Задеречный. Дорогие друзья, спасибо вам за приглашение. Всем удачи. Люба, казаки! Ну, как я уже говорила, что на нашем конкурсе присутствует компетентное жюри. Итак, представляю, председатель жюри, руководитель театра эстрады «Бульвар», режиссер, педагог Киевского национального университета культуры и искусств Шибанова Виктория Юрьевна. Руководитель народного ансамбля «Черемисы» Украинского культурного информационного центра Министерства Украины города Севастополя, руководитель народного казачьего ансамбля «Раздолье», культурный комплекс «Корабел», Кир Акопян Алла Николаевна, лауреат конкурса имени Марии Каллас в Греции, также лауреат конкурса имени Лысенко, город Киев, Аваненко Татьяна Анатольевна и заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Любовь Владимирова Притышина. Недаром гласит народная мудрость: казачьи песни слушать, что мед ложкой кушать. Песня всегда сопутствовала казаку. Ее пели и при крещении, и на свадьбе, провожая на службу и встречая из похода. Переходя из уст в уста, из поколения в поколение, казачья песня соединяет сердца и души людей, отдаленные друг от друга сотнями лет, создавая таким образом духовное единство прошлого, настоящего и будущего. В песне вся правда. Нет такого события в жизни казаков, которое в песне бы не раскрывалось. Итак, мы начинаем казачий ансамбль «Чумацкий шлях». Ой, да вспомним, братцы, мы купанцы 21-е. От рассвета
как дрались, быть германцем от рассвета до поздна. Встречайте, народный любительский театр фольклорной песни «Лепота», малый состав. Каждый день под старый дуб ходит с нами модница. Но кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, русская коса, казаки медовые, влюблены в ее глаза светло-васильковые. Люба, русская коса, казаки медовые, влюблены в ее глаза светло-васильковые. Ансамбль казачьей песни «Душа казака». Чисто мое поле.
душа на воле, песню напевая, горе забывая. Анастасия Сушко. И на сцену приглашается ансамбль «Карусель». Звучит авторская песня, автор Николай Семичев. Крымская казачья. В течение первого блока вновь на нашей сцене ансамбль «Юность».
активнее хлопать, друзья! Thank you.
второе отделение нашего конкурса фестиваля «Крымские тулумбасы». И на сцену приглашается ансамбль казачьей песни «Русь». Встречайте аплодисментами, друзья! На сцену выходит Николай Семаш.
раз полуночной порою сквозь туман и мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Черная шапка на бекрени, весь казак в пыли, пистолет и при колене, сабля до земли. Черный конь, не чуя шагом, выступал гриву долгою волну, я углублялся вдаль. Вот пред ним петлики звуки, выломан забор, здесь дорога к деревушке, там дремучий бор. На сцену приглашается образцовый театр эстрадной песни «Сюрприз». Люблю я казаченьку, люблю молодого, люблю я казаченьку, люблю молодого, подарю казаченьке Ганя Воронова. Подарю казаченьке Ганя Воронова, Ганя Воронова, Синелиценова, Ганя Воронова, Синелиценова. Листи грибы народили, як бы ходили, а я чорнява, гарна кучерява, рибів не збирала, з козаком гуляла. А я чорнява, гарна кучерява, рибів не збирала, з козаком гуляла. Встречайте на сцене Нина Бисикинова. На сцену приглашается вокальная группа народного ансамбля танца «Белогорье». Готовится Николай Косован. А я млада не прихода, суровая рубаха. Поехал муж в город Рамадан. А я млада села пря. Почему ж ты не нарядная? Разлаю тебя, тебя, да почему ж ты не нарядная?
приглашается Николай Касаван. Добрый день, Орловка! Привет вам! Из Степного Крыма поем песни для вас, самые прекрасные песни! Как поется в песенке старинной, только глянут первые снега, а по той дорожке на подлинной проскакала в розвальнях пурга. Да только снег столбом до самой выси, да только звездный звон по мальчаку, да только кони, кони добавляют рыси, доставая месяц на скаку. Сцену приглашается народный фольклорный коллектив «Жемчужина». А над лесом дождь, дождь хмары набегает, альпаковой сводится, и там большой туман. Ай, в казака сердце, мы с каждым замирает, ай, в казака сердце, мы чувствуем табан. Донская сторона, Шимширт Роман. Позвольте поздравить всех с этим праздником. Фестиваль — это всегда праздник.
Я представляю казачью общину «Донская сторона». Сегодня мы покажем вам такую небольшую зарисовку, называется «Линейцы». Линейцы – это самые известные казаки Кавказской линии. Именно линейцы возвели работу с шашкой в ранг искусства. Это о них говорил Дюма, что они сражаются, как будто играют в театре. В общем, вашему вниманию мы представляем сегодня нашу зарисовку. Ah.
славяночка. Мені є зоря і за обрію пав, місяць яблуком червонобоким, як козачка твоя, я дружина твоя. Приглашается ансамбль казачьей песни «Вольница». Готовится Надежда Пасынкова. Казачьей дружбе вольница нужна, казачьи пляски ширь без края. Честно, казачьи мысли не до сна, казачьи песни в чистом поле тесно. Под ольхой задремал Есаул молоденький, преклонив голову к верному седлу. Не будь казачка ваше благородие, он вас не видит. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит домом, куда веслушь по на огне. Наличники гуляй да бой, станичники, черные глаза, в окошке дом гуляй да бой, казан лихой, заслужи. Ой, то не вечер, то не вечер, мне мало-мало спалось, мне мало-мало спалось, ой, да вас не привидело. Приглашается ансамбль «Родные напевы». Кругом хаты тёрень-тёрень, да никому его рвать. Думал я, думал я, думал, милая моя. Думал, милая моя, на варенье попросить, этот тёрень открусить. Думал я, думал, милая моя. Этот тюрень обтрусить, варенечко наварить. Думал я, думал, милая моя. Думал, милая моя. Узенький проулочек ребята идут, в гармошку играют, морознику поют. Ой, да!
появится Александр Гриценко. Девка беспокойная, жизнь моя казачья, то смеюсь, то плачу я. Куреня над речкою, конь ты мой с уздечкою, если надо, мы в строю, если враг идет в бою. Как от мира до войны, от рассвета до темна, нынче жинка казаку верно хлопца родила. Веселись, честной народ, пусть встречай горилка в рот, будет праздник во станице, продолжайся славный род. Дымом потянуло Евдон реки, засвистели пули казаки, засвистели пули казаки, засверкали в ночи острые штыки, засвистели пули казаки, засверкали в ночи острые штыки. Приглашается вокальный ансамбль «Катерина». Токи не стоит, тасы огрионька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. Під копитом камінь тріснув та раз, під копитом камінь тріснув, соловейка в гаю свиснув та раз, два соловейка в гаю свиснув та раз. Театр фольклорної пісні «Ліпота». Thank you.
казаки в поход идти, с атаманом впереди. Шли казаки в гору, неприятеля под гору. Покатили за Россию, за российский весь народ. Шли казаки в гору, неприятеля под гору. Покатили за Россию, за российский весь народ. Ай, да рай, растворите мне темную темницу. Ай, дайте мне сияние ярко-белого дня. Ай, зачем ай, чернобровую мою девицу да зла, златогривого да ну коня я. Эх, и чернобровую мою девицу зла, златогривого да ну коня. Ай, да конь, конь гуляй. Поле без узды скачет и он по воле. Конь, конь гуляет, а он в чистом поле. Без узды скачет и он по воле. Резво, резво скачет, а он криво свищет. Космос по ветру, а он распустил. Резво, резво скачет. Космос по ветру, а он распустил. Ай да черно-чернобровая она девица. Слышно, слышно в тереме она живет. Черно-чернобровая она девица. Слышно, слышно в тереме она живет. Терем, тереме. Дорогие друзья, на этом наш конкурсный день подошел к концу.